году наша дочь – выпускница 11 класса. А это значит, ей предстоит сдача единого государственного экзамена. Хочу сказать, что у нас самые лучшие дети. То, что им все по плечу, они со всеми проблемами справятся. Поэтому мы уверены, что экзамен мы сдадим хорошо. Раньше выпускники сдавали экзамены дважды – в школе и при поступлении в ВУЗ. С введением ЕГЭ выпускник сдает экзамены один раз. Я участвовала в акции ЕГЭ для родителей и поняла – главное не растеряться. Если ты систематически учился в школе, то задание выполнить возможно. Дорогие выпускники, у вас есть все для того, чтобы написать хорошо экзамен. Мы, родители, видели эти бланки первый раз. Вы к этому готовитесь несколько лет. Я думаю, все у вас получится. А мы, родители, всегда на вашей стороне и поддержим вас в любой ситуации. Вы заканчиваете школу, и это событие происходит единственный раз в вашей жизни. Пусть это будет праздник, пусть будет все как по нотам. Очень важно, чтобы наши дети знали, что близкие люди любят и верят в них и всегда поддержат в любой ситуации. Мы все желаем выпускникам ни пуха, ни пера.